Доброго ППС, господа, с вами снова я, Шус. Синта недалеко ушел. Продолжаем катать Fallout 4, Far Harbor. Пойдемте за Синтом сходим. Какие проблемы? Он тут рядышком. Все еще ищу нож, чтобы поорудовать неплохо. Кстати, блядь, что-то я не... В туман-то не в уверенной одежде пошел. Атомная серединка. Братан. Многие писали, где я нашел атомный сет, но... Типа, смысл в том, что я просто переименовал обычный, так что в этом... Ничего такого нет, это не какой-то особенный сет. Это просто какие-то рандомные вещи, которые я переименовал и ношу. Че, никого не будет? Даже нет, туман вроде густой. Старик Лунгфелло говорил, если туман густой, значит жди пацанов. О, Синт здесь живет. У Синта своя квартира. Класс. Так. Мистер Синт, вы тут ночевали? Кровавый след. Пойти по кровавому... Я прям ведьмак! Найти, пойти по кровавому следу. Ну, тут сразу написано, где он. Так, понял. Понял. Я настоящий ведьмак. Туманников мочу, по кровавым следам хожу. Сейчас запах какой-то почувствую виски 64-го года закатки. В бачеллу, а потом пойду по нему. О! Свое можно затереть, что ли? Пацаны? Кто там вышел из тумана? Свежее мясо, болотник или человек? Мне все равно. Я тоже люблю мясо. Понимаю, меня тоже натянет на человеченку. Может, вы мне поможете? Еще одного парня с этими волосами. Да, можем помочь. Мы его нашли, притащили сюда, набили брюхо. Вот что осталось, все твое. Теперь иди, не возвращайся. Оу, щит. Ну-ка. Повезло тебе, что мы тебя не убили. Его, его сожрали. Здорово. Босс сегодня добрый, в следующий раз мы и тебя прикончим. Я думаю, что вам пиздец, если честно. Типа, вас тут всего раз, два, три человека. Один из вас стоит. Ты все знаешь, что уходи, говорят. В принципе, я думаю, я могу управиться... В принципе, за... Меньше, чем за 4 секунды. Раз, два, три. Считайте. Мне кажется, 5-2. Немножко не уложился. Здорово, парни. Бутылка, стимулятор, пистолет, пулемет. Тут у нас... Ой, блядь. Как what a mess. Что же я здесь сотворил такой беспорядок? Материалов ядерных куча. У нас сегодня человеченка, господа! Ну-ка, давай-ка. На мангал, сука. В смысле, все, уже готов? Ну, давай отведаем тебя. Ну! Мне кажется, прожарка слишком слабая. Надо было немножко подержаться. А что, челику реально все, каюк? Я думал, я его спасу. Даже немножко жаль. Инфо, задание приводит. Вернуться к Чейз. Это трип. Давайте к Чейз. Акадия. Побегаю там, выполняю. Еще морячки нужно помочь. Слушайте, класс. Я прям скучал по Fallout. Сейчас еще Deus Ex выходит новый. Суть в том, что я не играл практически ни один Deus Ex, как всегда, собственно. Я играл в Human Revolution, вот, который был недавно чуть-чуть. А сейчас Mankind Divided, или как-то так вышел, да? Выходит, называется. Беглосин. Надеюсь, кто-нибудь появится в другие места, где будут такие, как мы. Но я думаю, мы в Mankind Divided точно посмотрим на нее в первый взгляд. И если нам понравится, то мы пройдем. Но сейчас не об этом. Сейчас Fallout. Yeah, boy. Fallout. Ниже? Как она спустилась туда? Так, парни, я все понимаю. Это очень весело. Дима, где у вас тут спуск? Дима. Это спуск? Требуется ключ. Дима, а ты не против? Я у тебя это... Приватизирую. Заряд плазмы вот этот прекрасный. А? Ну ты и лох. Как к ней спуститься? Вот это спуск. Да, это спуск, ништяк. Так. Да, я нашел. Вот его голова. На прошлом году напали траппер-каннибал, он не выжил. Я торопился.
Вот бедняга, он пришел сюда, чтобы пожить в мире, а мы его так подвели. Это моя вина, я должна была его встретить, горя на все в аду. Я рад, что тебе удалось докопаться до правды. Возьми еще, скажем, 200 крышек. В смысле 200? Ну ты че? Я тут проседаю, бегаю, значит, рискую своей жопой. Шляпу мне и синий костюм. Ну, 200 это много. Если есть риски, связанные с поиском вашего синта, то гонорар должен быть выше. Полагаю, справедливо, дальше 250. Не-не-не! Я знаю, какие у вас ресурсы, вы можете дать больше. Хорошо, 300 крышек, но больше не использовать я не советую. В смысле не советую? Если решите на мою помощь, назовите экономную сумму. Могу дать 400, на этом все, больше не прибавлю ни на крышки. Спасибо за свою помощь, берегите себя. О, ликвидарский максимизированный институтский карабин, увеличение наносимого урона, 10% приблизительно. О, забавная штука, кстати, если его сделать... клёвым, то он будет неплохой. Так, Касуми. Джу. Слышите, это все равно мелкая сошка. Сейчас у меня голова раскатывается. Ну, лучше время для разговора. Да, я и не парюсь. Надо еще что? Вам что-нибудь нужно? Работа? Помочь? Я хочу помочь. Вы так уже достаточно, спасибо. Ну, нет, так нет. Так, Касуми, это ты? Поскольку меня уже смотрели большую часть нашего острова, и что вы о нем думаете? Ну, адская дыра. Возможно, это немного несправедливо по отношению к нему, но да, условия здесь суровые. Этот остров опасный и некрасивый, старше нас с вами. Его экосистема уже не та, что была когда-то, но она адаптировалась к новым условиям. И он будет адаптироваться и дальше, когда нас уже не станет. Для нас важно, очень важно в долгосрочной перспективе понять его. А затем передать знать тем, кто придет нам на смену. Да, благородная цель. Спасибо, жаль, что немногие разделяют мои убеждения. Должна заметить, что я не досконально разбираюсь в человеческой анатомии, но тем не менее, лучше медика вам здесь не найти. Дима хорошо к вам относится, я могу помочь вам, короче. Я хочу помочь. Принесли. О, это очень мило с вашей стороны. Ладно, что мы можем вам поручить? На том острове есть один цветок из рода Астер, который прекрасно чувствует себя в этих условиях. Насколько я понимаю, он уже не такой яркий, как раньше, но до войны. Лично я их обожаю, но в последнее время начал исследовать их на химические свойства, и снижать дополнительные образцы, значительно ускорит мою работу и... крышка, да? Я, да, как-нибудь... Давай я просто скажу «да». Могу помочь. Я хочу помочь. Цветы для вас. Извините, когда что-то, если здесь найдет цветы, то разве прям... А, ну все. И это я ж так шучу. Кок, похоже, вам удалось получить разрешение, так что у вас? Это не твое дело. Конечно, это не мое дело. Ну странно, то есть появляется Касуми, говорит, что она синта, а скоро вас это появляется вид, и все тут разнюхиваете. Это Касуми хорошая, только немного не в себе. Но ведь мы все такие, правда же? Я вам так скажу, все становится гораздо легче, когда понимаешь, что все это не важно. Кто ты, откуда ты, забудь об этом, и тогда жизнь станет легче. Тебя хоть что-то волнует? Ну, жить это лучше, чем не жить, а в остальном кому это нужно? Все остальное. В последнее время я забавляюсь торговлей. Ассортимент у меня не богатый, но я всегда готов сделать клиенту выгодное предложение. Если же понадобится, скажите, возможно, у меня этой вещи не будет, но все равно обращайтесь. Ну да, лучшие товары в Акаде. О, уже научился таким даже выражением. Вот тебе пистолеты всякие, карабины, криамины. Да, собственно, забирай и эту ботву. Пистолет-пулемет. А от тебя я хочу увидеть лишь патроны свои. У меня, блядь, безумно дорогие. Заряд плазмы. Вот сейчас я тебя сейчас обогащу. Я так, чуть-чуть, может быть, обогащу. А могу тебе, кстати, знаешь, чем дать? Волчатина ему дать. Что я могу ему еще предложить? Стелсбой. Ультравинт. Ух, блядь, можно так вжариться будет. Разная махла. Можно патронами ему другими, кстати, отдать. Типа, например, вот 10-миллиметровый. Что у тебя есть там? Я тебе должен 435. Следовательно, 1140... Ну, почти. 5 копеек в счет заведения. Так. Жмых. Дальше. Стиматор, антирад. Парни, у вас тут так все классно лежит. Слушай, песня, ребята, песня. Вы не против, да? Я тут как бы это... Не-не-не, не надо. Я вот тебе горшок, хочешь, подержу? Не надо. Так, теперь надо наверху в кабинет к тому челику сходить, сказать, что я хочу помочь ему тоже. Господи, сколько здесь этажей? Это прям как убежище, мать его. Так, ты... Здорово, Фарадей. Значит, вы поговорили с Димой. Вы знаете, почему мы здесь? Я надеюсь, что вы нам поможете. Идея Дима стоит того, чтобы биться за нее. Ты синт?
Да, Синт, надеюсь, вас это не огорчает. Я много работал, чтобы стать это место, где мы можем укрыться от тех, кто не примет нас. Он только вложил этот проект, тратит столько времени и энергии на то, чтобы помочь другим, совсем о себе не заботиться. Иногда я беспокоюсь о том, но если бы я не следил за тем, что все оборудование работало, не говоря уже о ремонте концентра тумана, сколько вещей, за которыми нужно постоянно следить. Ему очень повезло, что вы ему помогаете. Спасибо, вы очень добры. Модификации Дима? Похоже, что вы над Димой здорово поработали. Над Димой. Это еще мягко сказано. Если честно, мы провели столько модификаций. Он был просто экспериментальной моделью. Для всего этого он не предназначен. Пришлось потрудиться, чтобы преодолеть недостатки изначального дизайна и увеличить его память. Удивительно, правда? Он столько всего пережил. Вырос во всех отношениях, но при этом он думает только о других. Помочь? Но если вы действительно хотите помочь, то есть одно дело. Оно немного опасное, так что если откажетесь, все помогу. Берега стоит корабль, на нем техника, которая нужна накопители данных. Понимаете, корабль никогда не добрался до местного назначения, так что накопители все еще там, они мне бы очень пригодились. В крайнем случае, их можно было бы пустить на запчасти. Насколько я понимаю, корабль разбился где-то к юго-западу отсюда, так что займитесь этим. Что произошло, простите? Почему он разбился? Если честно, я точно не знаю. Трапперы, туманники, это мог быть кто угодно. Может, эта штука до сих пор там сидит и ждет. Дело в том, что мы уже потеряли там своих людей, не хочу потерять еще кого-то, так что беретесь по поводу Фарадей, я бесплатно не работаю. А, да, конечно, 100 крышек, да, ну вы же говорили, что это может быть опасным. 100 крышек маловато. Да, такая вероятность есть. Может, согреть на 200 крышек? Ну, как 200? Я хочу помочь, если честно, 200 крышек — это немного оскорбительно. О боже, извините, я не хотел осыпать, а 300 крышек — это оскорбительная сумма. В общем, все, что могу заплатить? Не-не-не. Давайте просто договоримся, что все крышки, которые у вас есть. Хорошо, 400 крышек больше нет, пожалуйста, сообщайте мне сразу, как раздавать. Жмышок, господи, я... Эти синты такие милые ребята. Вы можете думать, что я делаю это из жадности? Совершенно нет, мне до денег вообще фиолетово. Мне просто фаново читать диалоги, и я реально кайфую с этого. Ну, экспу получаю за эти диалоги. Типа, это очень-очень забавно. А почему вам просто не отдать все, и я еще халатик ваш прихватил сверху к этим крышкам? Я все жду такого диалога. Так, что-то я хотел... А, да-да-да, забыл. Я поторговать хотел тут с одним челиком. Слышь, раз ты немножко торгуешь... Музыка такая классная. Здорово, родной. Да, я хочу посмотреть оружие ближнего боя. Можно? Лучшие товары, да-да. Мне нужно что-нибудь быстрое. Я хочу быстрое. Оружие ближнего боя быстрое. Среднее. Вот силовой кастет. Вот с таким вот я и гонял. Вообще класс. Тесак средний. Не хотите? Может, с тесаком погоняем? Дай-ка его сюда. Где у вас тут апгрейды проводятся? Так. Ну, здесь, ну, ладно, чё? Тут, в принципе, можно тоже пошариться и все найти. Но я думаю, легче просто слетать на Far Harbor и там сказать, что все, что мне нужно. А потом до корабля сходить там забрать. Я ровно в одном уровне, чтобы его носить. Ровно в одном, чтобы кузнеца прокачать надо. Но это не важно. Главное, что у меня уже есть все. Надо бы все сложить. Минутку. Минутку, у меня куча хлама, который нужно сложить, 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 сложить. Не так. Не так надо складывать. Выходи! Старина, ты чего? Залип там весь хлам туда. Так, прекрасно. Теперь нам по квесту надо пойти забрать диски этого молодого. Старый дом и купруда. Я еще тут не был. Сейчас спущусь из Акадии. Туда и дорога, как говорится. Так, теперь надо проверить костюм, который я приобрел. Вместо военной формы я хочу одеть вот этот костюм. И его, естественно, нельзя носить совершенно. Очень жаль. Так это же костюм Реджинальда, лол. Они, сука, одинаковые. Охуеть. Ладно, грязный серый. О, уважаемый человек из Back Boys, судя по всему. Ну, почти из Back. Так, синий костюм. К черту. Дальше. Серый сюда. Земелера к черту. Полный боевой набор сюда. Я готов. Пойдем быстренько. О, какая красотища, смотри. Уж, какой туман. Жуткий туман. Туман, может, мне это все только снится, беглый синт. Смачи. Ха-ха. Меня в Акаде типа еще не получилось, говорит, не верится даже. Ну, что такое место реально. Что ж тут сделать? Не верится, поверится. Пяу.
кто-то хуярит там далеко. Я думаю, сейчас будет то же самое, что и когда-то. Типа, заходишь, там миллион пацанов, все с оружием. Траппер, он уже сидит. Один. Второй идет справа. А эти этого с ваншотим. Даже ничего и не помер. Второго можно на ход покинуть. Слушай, у меня довольно слабо с плазмой на расстоянии. Да и не только с плазмой. Дайте мне быстро что-нибудь. Ты чё? Ебать, легендарный безжалостный. Ой, отступление! Тру-тру! Трубим отступление, парни. У меня нет фаст... У меня... Во-первых, почему по нему не прошел урон? Во-вторых, у меня нет на... Хоткеях! На хоткеях у меня нет этого оружия ближнего боя. Предположим, что я захочу тесак. Сейчас, сука, плазмой закусишь. Еще один легендарный безжалостный траппер. Сейчас он станет супер крутым еще. Хотя надо поближе подойти к нему, чтобы он стал супер крутым. Ты там плаваешь, что ли, блядь? Выплывать будешь? В смысле, а ты кто? Быстрее доставай хуйню! Что, и трапперы мощные? Ну ты ж мышара. Выходи с крита, уебу. Ладно, не хочешь тогда так уебу? Сваться с крита. Тулова! Будь здоров! Боже, это плазма, она просто... Нет! Ты не можешь так поступить? Хорошо, я думал, ты уже растворился, и весь твой лут тоже. Ядерная броня синтов для правой руки. Увеличение силы с повышением уровня радиации. Хуеть. Ядерные материалы, всевозможные двухстволочки. Блин, парни, вам... вы если вы реально кайфуете от радиации, купаетесь, ходите по туману. Поехавший. Так, там пассажир один еще отгрузился. С мачете, который шел и бил на ходу с разворота. Его теперь не найдешь, наверное. Ты смотри. А это кто у нас? Он с ломика так махал. Дикарь. Так, этот есть. Ну и все. Надо бы антирад бахнуть. Состояние. Антирад. Ой, хорошо. Сразу пускает. Моментально. Бля, повесили родоленя. Бедный родолень. Старый домик у пруда. Крюк для мяса. Можно посмотреть, что из него можно сделать. Давайте возьмем по приколу, глянем, какие есть модификации. Тусилова полным ходом идет у вас тут. Вентилятор, глобус. Антисептик. Нормально тут обустроились. Еще один крюк для мяса. Мясо, собственно. Тостер. Трапперы хуячили тосты. Чистота, чистота. Можно вздремнуть. Где-нибудь здесь. До утра. Или нельзя. В ванной. А, вот здесь можно. О, сейф, парни. Ну что ж, из на замок нормальный денег не хватило. Шо у вас, что тут скрывать-то? Граната, мина, психа. И все. Утюги. Маленькая фоторамка. С собачкой. Что на метро ушанка. Ну, давайте. Три часика можно и харю-то поплющить. О, идеально. На чердаке ничего не заныкано? Я бы спрятал что-нибудь на чердаке. О, так точно. Креамины, все, все на свете. Так. Оу. Бро. Как спустился. Ну да, тесак-то побыстрее. Хотя мощная атака вроде столько же времени занимает. Вроде чисто. Почти пришел. Кстати, оттуда можно будет сразу рвануть на более южный квест. Вот сюда. Забыл, правда, где он. А, вон, на маяк. До маяка тоже рукой подать. По патронам, в принципе, хватит и на то, я думаю, если постараться. Хоп! Как маньяк из-за кустов. Усопший дикий гуль. С ним можно перетереть. Потому что он пока не проснулся. Не вставай, блядь! Ебать, вы шо ебанутые? Ты смотри, что делают? Еродивые, блядь.
Парни, давайте... Ебать, MLG! Мачете, мачете, мачете! Двоих одним ударом, жетон на метро. Видимо, куда-то собирался еще. Вот это было сильно. Ладно, ствол пока мне ни к чему. Да, военные деньги можно сюда впарить. Чудо-клей. А, игрушечные грузовики. Что ж люди не могут нормальные сейфы-то поставить? Ну вот шпильки, конечно, подводят. Правее, понял. Так бы и сразу. Ненавижу легкие замки. Еще довоенные деньги, еще патроны. Болтек. Стреляет кто-то. Или это я топчусь почему-то? Да, это я топчусь по мусорке, судя по всему. Кофейная кружка. Банка из-под кофе. А кофеечек? Ну-ка. Нет, кофеечка нельзя. Припить. Канистры. Ладно, пошли дальше. В этом городе, судя по всему, очень много злых и диких гулей. Зато в каждый дом можно зайти. Кстати, опять кофе. Все пьют кофе, кроме меня. Может, позвонить, вызвать доставку себе кофе? Чистота. В комоде будильник. На комоде. Что за большой дом прекрасный? Можно завалиться туда, погостить? Слушайте, прям такой город. Городочек. И без своей отметки на карте. Заколоченный со всех сторон, правда, обидно. Что у нас тут? Что это такое? Лобстер мол. Я хочу лобстера. О, можно вим. Вим взять. Активировать автомат вим. Но тут ничего нет. Ограниченный тираж, ведь он был вима. Свирепый волк. Собака. Ебать. Ешь плазму. Урод. Какой же он жирный. Ты что, дикий волк? Дикий послабее, наверное. Да, гораздо слабее. И последняя собачка. Ты кто? Свирепый. Ага, значит, все-таки лазером тебе. А ну вернулся, ты. Скотина. Скотыняка. Гори в аду. Патроны, кстати, тихим ходом уходят. Что-то мало урона я наношу. Надо было на нож его брать. Так, итого. Может, взять респект, кстати, есть вариант. Я видел там. Немножко откатить назад рангов с одного, с одной белки добавить в другую. Я бы откатил оружие ближнего боя, взял бы рукопашный бой. Это было бы легендарно. Ну что, вмажемся, да пойдем дальше. Почему это? А, и у этого города, судя по всему, дальше будет отметка, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Охота? Нихуя вы... Алло! Как может маленький кролик выдержать такой охуенный разряд плазмы? На самом деле, я испугался, что это какая-то чупакабра на меня бежит. Боюсь я чупакабры, знаете? Какой детский страх. Я когда слышу чупакабра, сразу оборачиваюсь во все стороны. Раткурица. Вот это никуда не съебется. Она с той стороны, ладно. Предположим, что съебалась. Так, мы, кстати, тем временем почти пришли. Юго-западный харбор. Верстак для создания брони. Секунду, что тут? Рыбка продается. С чем? С лучком? Даже чеснок. А, это сеть. Да, водоросли какие-то. Мне показалось, что это чеснок, только очень большой. Хуярево. Турели. О! Разрезать. Халк бить. Халк ломать. Так, я слышу трапперов. Я вижу трапперов. Так, а ну стой. Придется обходить. Трапперы позахватывали все на свете. Но им не справиться с тихим убийцей. Нет, сэр. Не сегодня. Тролль с пулеметом. Пам. Пам.
Там. Ну, убейся. О, есть попадание. Ну, еще разочек. Что так сложно? Ох, подзакинул. Плазма, конечно, капец. Обо все бьется. Если есть маленькая штучка, плазма уже неэффективна. Безжалостный траппер. Да это я тут, сука, безжалостный. Отсеки ему голову нахуй. С кастетом. Что это? Пистолет-пулемет. И патроны. Ну давай посмотрим, что там у вас за пистолет-пулемет. Кто, сука, хочет кусочек, а? У нас, по-моему, с этой стороны кто-то приспичило кому-то. Парни, вы снизу? Поехали. Мафия бессмертные уроды. Понял, с дробовика за нихуя. Какие стимпак. Нихуя он резкий. Как пуля, блядь. Оу, братан. Будь здоров. Кто бы мне тут... Я тебя не увидел даже. Как ты там оказался? Ну, тебе водить тогда. Нормально челик залез. Потом можно будет поспать, пока хпшку не думаю лечить. Ребят, вы там это, не сильно? Не нервничайте только. Наш. Жирные, суки, жирные. И плазмы. Плазма ему туда. На, жри, сука. Жри, уродец. А вот теперь подход. Подход ближе. И ликвидация парня. Прости, братан. Нет сильной атаки. Пизда тебе. Какой лоу-кик по ноге. Вас не видят, прекрасно. Калибр, все дела. Так, кстати, пистолет-пулемет оказался тем еще говнецом. Но я думаю, если его прокачать, он довольно классный. 50 патронов, в принципе, идешь, заливаешь. Мелкий калибр, от него много урона ждать, наверное, не стоило. Ну, по крайней мере, это выглядело забавно. Так, где спим сегодня? Изначально челик на крышке с дробовиком. О, кстати, отведаем. Трапперы на радиации такие, знаете, имеют немножко подкопченный вкус. Приятно. О, точно, вот где я видел кровать. Короткий боевой дробовик. Антиордин бафаут. Миска, чтобы покушать. Так, давай-ка, блядь, стереги, пока я сплю. Чтоб никого, понял? Не по такими предлогами. Съебешься с поста? Уебу. Сядь, чтоб тебе удобно было. Блять, не вздумай съебаться. Нет! Ну, снизу туда стереги. Я часок всего. Прекрасно. Еще там парочку я здесь задолбил. Турельку и, кажется, одного челика. Кстати, где он? А челик-то вот. Охотничий карабин, стимпаки. Куча всякой брони трапперской. Трапперы это чисто рейдеры. Один к одному. Не отбавить, не прибавить. Желтые тарелки, скамеечки. Музыкальный автомат. Пусть играет. Скрышка. А я его выключил. Или включил. Ну, не суть. Турель, карта. Ох, ну, блядь, загорелась. Ну, нахуй, сейчас еще взорвется. Так, с тем временем у нас там снизу... А, мачете, мачете, мачете. У меня у сына такая же была. Че ты мне пытаешься впарить, игра? Пизда тебе. Зря ты издал звук. Маньяк услышал тебя. У вас тут даже двое. Думаешь, вдвоем вы будете держаться дольше? Неправильно, сэр. Один из вас сейчас потеряет винтовку или руку. Роняй ган, урод. А где второй? Ган заберу? Давай, пойду со второго теперь. Нихуя себе меня прокинуло. Ебать, смотрите, как полетел красиво зато. Быстро он меня. А что это было-то вообще? Я даже не понял, как это произошло. Какой-то легендарный снайпер-мега-убийца. Сейчас мы это узнаем. Ну, знать, наверное, уже не пойду. По новой, быстренько сразу туда сбегаю. Мне же интересно стало. Блин, жалко, что он не перезаряжает сам.
Их там трое. Но этот не опасен. А который из вас был жесткий? Безжалостный? Вот это безжалостный накидывает, к слову. Рипнись, 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 сука. Это он накидывает, безжалостный траппер с такой силой. Сейчас сбоку и вжимаем кнопку от бедра в него. Смеется. Я тебе, сука, сейчас посмеюсь. Давай, урод. Покажи класс. Как уважаемый человек его, блядь, разделывает. Как ломать ебучего мяса. Ты че? Нихуя. Он раскрашенный, как индейец. Не давай, не лезь за стволом. Твой противник здесь. Оу! Братан, где голова? Кажется, ты потерял голову. Патрон, пистолет, тяжелая свинцовая, протупей. Ну, прикончили меня тут лихо. Спору нет. Я даже сам не ожидал. Ёбанький урод. Аномалия, блядь. Дерево хуело. А тут пушки нет? Бля, милое вы место выбрали вообще. Прям кайф. Так, давайте быстренько тогда. Блин, вот каннибализм и в Нью-Вегасе, и здесь как-то вот мало восстанавливает. Мало, вообще практически не знаю. Сделан ради прикола. Приколоться, конечно, весело, но он даже не регенит. Я понимаю, вы скажете, он первый уровень, чувак, прокачан. Прокачи больше, получишь больше. Но, типа, все еще, хотя бы немножко больше. Хотя бы, чтобы ощутимо было. Я после... О, бро. Неприятность, неприятность. Ладно, забираем с корабля шмотки и уебываем отсюда. А что тут горит? Топливо. Так, накопитель раз. Накопитель два. Присунуть скелету три. И свалить к Фардею 4. Только сейчас мы залутаем. Быстро бафаут, кинетические штуки, прочная броня. Все сюда можно оставить. Маде, маде. Мы тонем. Но ближе-то куда пойти? Инфо. Это идеалы Акадии. Мы сейчас восстановили. Поговорить с Касуми потом. Просит мясо в воду. Уничтожить вожака трапперов. И мы посмотрим, где это все. Вожак трапперов на маяке. А бросить вообще в другую сторону. Ну, давайте до маяка тогда. Маяк это в ту сторону. Кстати, там такой большой завод. С ребрем какая жесть там. Вроде как просто остров. А что, если я такой сейчас типа... Опача! И такой... Занырну под огонь. И вынырну. Мне вообще плевать на огонь тогда получается. О, супермутант. Или это траппер? Супермутант. Да никого нет. Ой, Серега! Ты же не прыгнешь. Не, Серега не прыгнет. Не должен. Бля, Серега, конечно. Пугает, тьмеет, блядь. Бля, Серега, я что-то... Мне не по себе. Сука, он прям здесь. Мне прям страшно. Нет! Это шок! Вы... Это... Он как будто... Прямо здесь! Надо плазму перезарядить и разъебать его моментально. Это какой-то уже... Нет! Серега! Серега, этого не стоит! Сука! Это уже какой-то хоррор! Почему он такой жив? Ему даже плазма нипочем. Почему он такой толстый, скажите мне, блядь? Вообще с чего? Естественно, блядь, боюсь. Ты себя видел, животное? На. И еще одну. Оу. Аллах Акбар. Так, можно теперь, кстати, одежду-то поувереннее. Начнем с антирадина и стимулятора, а продолжим полным атомным сетом. Здорово.
Глазница черепа. А где он? О! Суперкувалда? Это обещает быть интересным, сынок. Потерял суперкувалду? Ну я ее заберу, чтобы тебя не соблазнять. Ты пока побегай тут. Повыпендривайся. Мы сейчас препятствия... Сука, патроны. Я препятствия уберу. Ты беги-беги. Не стесняйся. Мне хватило пары патронов. Ебать! Ты шо, ебанутый? Под ребро мне? Нихуя, смотри, что творит. Блокирует каждый удар. Мимо. И по ногам. Сильный. Блин, вообще блокирует все. Невыносимо. Ему даже фейкануть нельзя. А если я, типа... Не, фейка нет никакого. Он заблокирует все практически. И кровотечение ему не пустить. Ну на тогда так тебе. Смотри, просто но дэмэдж ему делаю. Тупо но дэмэдж. Вот, ну так, получается так и есть, как раптор. Знаешь-ка что, подожди секунду, сейчас мы с тобой, блядь, переговорим. Где я там взял твою штуку? Где он, супер молот? На, нормально, так лучше. Так интересней. Въебальник тебе. Хорошо. Так пойдет. Бам! Бам! Я тебя, сука, выкину туда. К химикатам. Что ты руки свои знаешь? Говорит, вот как выглядит смерть. Ты меня даже не пробиваешь. Знаешь-ка что? Это не я бью как рат-таракан. Это, сука, ты бьешь как рат-таракан. Ну и чё? На! И ответ. Вот, сука, хитрый какой, блядь. А если с разгону тебе по затылку, блядь? И еще разочек. Он взял ствол? О, крыса! Ствол! Куда улетел? Сука, ты мне за него ответишь, блядь. Знаешь-ка что, я заберу его из твоего тела, как бы это было не весело. А еще, гнида, ты пойдешь и достанешь вот тот, который улетел. Нихуя, он еще решил здесь остаться. Смотри, гнида какая, ну пошли. Смотри, подлец, схватился, говорит, не пойду никуда. Мы уберем сейчас ту часть, которая тебя держит. И ты пойдешь без ни... Смотри, еще какая-то часть, рука что ли? Где твоя рука? Мы и руку сейчас уберем тебе. Вот так, о-о-о-о. Кажется, все в порядке, можешь идти теперь. Не-не-не, мне нужно руку ему отсечь. А она у него вообще есть? Говорит, показалось. Ладно, сука, в этот раз ты победил. Но я не оставлю это просто так. Пау. Уиии. Я же сказал, ты пойдешь его искать. А это не он, по-моему, полетел, а другой. А не он, ты смотри, я достал его. Так, тут у нас... Простите, что мы здесь делаем? Мы здесь ничего не делаем. Нам вот по какому-то квесту надо войти сюда. По какому, я понятия не имею. Супермутант, еще один, господи боже. Супермутанты облюбовали классную фабрику. Как в... А, в производство ВИМ, по-моему, ВИМ-завод, да? Фабрика лимонада ВИМ. Трейсер! Не, трейсер не справился. Не сегодня. Я пришел к выводу, что суперкувалда все-таки нормально ебашит. Фабрика ВИМ. Ну, я думаю, мы сюда сходим, но не сейчас. Потом как пошлют меня сюда. Что там? Туманник? Звучит как туманник. А, это гончая мутант. Светящийся. Ладно, гончая, давай. Как найдешь? Ух ты, блядь! Вылетела как... Сука, базука! Пошел в жопу, собака! А, ложись, блядь, летит! Ёб твою! Ложись, сука, базука, собака. Супермутант, мясник, ничего не знаю. Парни, выхожу. Минус тесак, плюс суперкувалда. На Q1, быстро, где она, блядь? Q1. Оп. You wanna play? Let's play. Так, пес, пошел в жопу.
Смотри, что тварь делает. Оу! Ты называешь это ударом, урод! Вот это удар! Какая рвань происходит? Что еще? Кто там хочет? У меня патроны закончились. Ты хочешь получить плазмы? Получишь плазмы. Сиди сюда, ублюдочный. И дружку своему передай. А это вам на закуску, блядь. Мистер Мясник. Нет, даже не пытайся, сука, свалить. Ты, блядь, отправляешься нахуй прямиком, сука, за борт, урод. Только сейчас, подожди. Не торопись. Туда и дорога, блядь. Тебе что? Тоже хочешь к другу своему? Отправляйся. Отправляйся вместе с ногами туда, урод. И не забудь свою прекрасную, сука, собаку. Кстати, где она? Она... О, нихуя тяжелая. Ладно. Можно было мясо попробовать взять. Она бы не была такой тяжелой, но я думаю, это уже лишнее. У меня по патронам полный порожняк. Сейчас исследуем новую эту самую зону. И за патронами надо ехать. Траппер. Куда он бежит? А ну стой. Тебе пизда. Это хоумран. Кого ищем тут? Траппер-попрошайка. Братишка. На качельках решил покататься? Нихуя гаечным ключом блокируется, как кувалду. А говорят, у трапперов нет стиля. Пизда тебе. Блять, как же их здесь много-то, этих трапперов. Слушай, надо бы одного отвезти. Давай, парень, покажи удар. Ебать, гаечным ключом, животное. Нихуя он бахает. Но я не понял, что это было. По-моему, это был критический уворот. И что-то в таком духе. По патронам полная печаль. Гранаты летят, господи боже. ХПшка вроде пока есть. Траппер попрошайка. О, это ты ошибся проходом, юноша. Не! Добивание сработало. А он блюет? Или кто-то еще блюет? Или это гуль блюет? Стимпак. Так, ага. Будьте здоровы, живите богато. А кто у нас наверху в тюремочке живет? У меня вопрос есть. У нас безжалостный траппер уронил оружие в тюремочке, блядь. Телекинетическая атака! После которой никто не знает, что происходит с мозгом человека. Бесконтактный бой. Учебники уважаемого человека. Как он достал? Бля, я упал. Я аж упал. Он с тимпаком там врезался, по-моему. Кто хуярит? Опять я упал. У меня тут дырка. Все взрывается. Гранаты летят. Я больше не упаду. Не проси. Блять, я застрял. Как по этому полу можно драться? Джеки Чан и то не дерется в таких полах. Хотя не, в его фильмах разное бывает. На! И добивание! На! Еба! Добивание! Осколочная граната. В смысле? Ты здесь где-то? Я просто не вижу. Ага, понял. Твоя сука! Покажи полет шмеля! Не показал. Жалость-то какая. Добивание. У, бро. Кто еще хочет кусочек? У вас слишком много вещей. А, это еще немного. Минус карабин. Блять, я раздел его случайно. Ну что я за человек? Когда я хочу все выбросить, я почему-то раздеваю людей. Так. Избавимся-ка мы от чего? От какой-то хуйни. Вот от тебя избавимся. Ходить все еще не могу. Значит, нужно... Положить штурмовой. Нет, обычный дробовик надо положить. О, есть место. Прекрасно. Это место я еще не исследовал. Я тут нигде фаст-тревела нет. Нету. Придется разве что с завода бежать. Или дойти сейчас куда-то, что близко. Например, вот та хуйня. И с нее уже фаст-тревельнуть. Продаться нужны патронов купить. Весь боезапас расстрелял. Ты в порядке?
Нихуя! Я просто спросил, в порядке ли ты? Ненормальный урод. Ты один? Не один. Алло, мистер Гуль. А? Такое бывает, поверьте. Не первый вы, и вы не последний. Так, так, так. Нет, нет, нет. Нихуя, он за ворот успевает. О, ебать, расчленение человека. Ужас-то какой. А сверху кто-то уходит. Мне показалось. Что, меня вас не видит. Я в порядке, значит. А я нервничаю. Еще. А что за гарпуны? В нее можно стрелять? Гарпуномет. Нормальная тема, походу. Весит, правда, много. Если ее взять, она не будет. Да, ее сейчас мы ее возьмем и сразу ее выбросим, потому что. Или эту хуйню выбросить. Не, лучше этот гарпуномет. Где он? Он, конечно, классный, вроде веселенький. Можно, наверное, как в Painkiller, помните, старый был шутер, пригвоздивать, но. Это долго. Ух ты! Где локация ближайшая? Ладно, я из юго-западного харбора пойду. Мне в Фар-Харбор продаться и купить патронов. И потом сразу в Акадию продаться и купить патронов. Оу, щит, такая заваруха. Лимонад Вим был очень популярен до военной Новой Англии. Местные жители любили его даже. Ну вот, типа, это Пепси, походу, и кола. Так, братишка. Давай я сразу переоденусь. Костюм сейчас одену, просто чтобы быстрее. Быстрее! Быстрее! Обмен. Ебать, какой крупный план. Пистолет, карабин, молотовы все, гладкостволочка, снайперский карабин для тебя, кинетический боевой, тесачок возьми, всякую шнягу, боевые дробовики, затворы, штурмовые, криомины, крюк, посмотрю еще, что с ним сделать можно, охотничьи карабины, пистолет, пулемет, плазменная мина, граната, стрелковая хрень, мощный пистолет, а с тебя патроны на плазму. И на батарею. В итоге я в плюсе, но сейчас я весь свой плюс отдам здесь. Как сам? Именно патроны. Только без глупостей, говорит. Да. С тобой поглупишь. Плазма. На 1000 плазмы и батареи. Деньги уходят, пиздец. Верстачок. Не-не, мне нужно просто посмотреть, что можно сделать с крюком для мяса. Класс. Господи, какая хрень. Так, крюк для мяса, спасибо, что пришел. Удачи тебе. А, по поводу хлама, весь хлам сюда. Все еще много предметов ношу. Интересно, почему? За счет супермолота вряд ли навигационный маяк не сильно жрет. А, тут, ну, капюшоны всякие, только разве что. А, можно еще броню для синтов парить, кстати. И всякую хуйню можно повпаривать. И патроны, и все еще. Здорово, Алан. Да. Продаемся. Я и ничего не пробую. Так, по поводу моей помощи. Вим, свежесть. Винты остаешься. Глюконафт. Все нужно. Грибочек возьми. Мясо брамена нужно. Мне пригодится. Ультравин, шик. Все туда. Мои модификации. 10-миллиметровые патроны. Че, возьмешь все? И эти патроны тоже возьми. На 800 возьмешь. Вот так. Идеально. Да это, сука, ты долго не проживешь. Знаешь почему? Потому что, блядь, как может прожить человек, у которого нет одежды? Опа! А где твой ствол? Ха! Давай, удачи тебе, блядь! Дети от него пытаются нас истребить, сбросить нас в океан. Наверное, пытаются. Ебать, как было просто, вы видели? Так, здорово, житель. А, нельзя, пока сидит, жаль.
Боже, это какая-то дичь. Кстати, думаю, знаете что, думаю, можно на сегодня, в принципе, и закончить. Это было неплохо. Доброго всем ППСа. С вами был я, Шус, уважаемый человек, мастерский вор. На что, говорит, смотришь? Ну так. Всем спасибо, всем пока. Магазин игр shoes.pro. Дешевые ключи для элитных ребят. За качество отвечаю. Все ссылки можно найти в описании под видео.